Студенты профессионального училища номер 6 спрашивают, почему им до сих пор не выплатили стипендию за январь. Директор ПУ-6 пояснил, выдача стипендий происходит по обычному графику, никаких задержек нет. Выплата денег за предыдущий месяц происходит 13-15 числа. И сегодня учащиеся уже могут получить стипендию за февраль. Жители улицы Некрасова интересуются, идет ли строительство надземного перехода в районе кольца на Трудовой. Рабочих не видно, вагончики убрали. Может, стройку заморозили? Специалист Архограда рассказал, в период сильных морозов работы не проводили. В графике строительства этот период называется технологическим перерывом. Начиная с сегодняшнего дня, рабочие начнут заливку фундамента. Полноценно строительство продолжится уже с 20 марта. Срок сдачи перехода – вторая половина мая. Жители дома 21А по улице Карла Маркса возмущены. В их дворе две недели назад подстригали деревья, ветки не убрали до сих пор. Почему? Специалист ЖО2 ответила, чтобы обрезать ветки, нужен специальный транспорт, который коммунальщики берут на прокат. Работает всего одна бригада. Для вывоза веток нужен совсем другой транспорт, поэтому сначала рабочие во всех дворах обрежут ветки, а потом вывезут их. Жильцам нужно подождать, мусор обязательно уберут.